Эй, мужик. Что такое? Там засада, не надо туда ехать. Да я знаю, я так патрулирую. Там шипы стоят. Шипы? Ага. Принял. Ориентировочно в зоне ВП прошлой или где? Чтобы я понимал. Сейчас квадрат скажу. Вот дальше ориентировочно банкоматы или раньше? 067-055, там где бензоколонка, где-то там они. Там стоит посередине дороги полицейская тачка, и с каждой стороны по две пары шипов. Принял. Слушай, а Windows 10 нормально ли это? Не знаю, у меня такого не было. Просто я вот скачал, думаю установить, но что, и просто некоторые говорят, что некоторые программы будут не работать. Да, тоже брат. На квадрике? Ну, да. Че за оружие? Где? У тебя? Не, нет оружия, у меня сумка. Могу пистолет дать какой-нибудь. Да нет. Ну совсем без оружия, так это тоже не круто. Да, а если что, могу достать. Ну, вообще. Я вот думаю, может персики положить. Зачем? Прям в него. Просто. Чтобы не... Ну я возил только один раз, чтобы дом чисто набить, там штук 200 в качестве жрачки, чтобы когда появляется что-то было. Слушай, а почему эта машина за тобой едет? Да, там миротворец. Да. Ага, большое спасибо. Че, куда можно загонять? Ну хочешь рискнуть по федералке, можем прокатиться, я только говорю, там повстанцы в виде сидят. Нет, попробуйте не ехать, у меня сейчас ППС маленький, 15. И мышь у меня другая, да, у меня сломалась. Ну едь тогда, персики собирай, я не знаю. Все, я какой-то этот... сломанный, видимо. Мог бы тогда даже и броник снять, мышь, чтобы меньше внимания привлекать к себе. А если, например, там специально в меня полетает, я сдохну с одного выстрела. Чего если? А я говорю, я могу с одного выстрела сдохнуть, если я сниму этот бронежилет. Больше шансов, что до тебя кто-нибудь доебется, когда на тебе броник. Ну ладно, сниму. Блять. Блять. Ебанутые люди. Он не сдох? Нет, он в сантиметрах от тебя пробежал. Он даже на дорогу не сможет бежать, как попало. Ладно, прокачусь по приколу. Давай, я с тобой. Ну там, блин, жесть какая-то вообще. Свет вырубит, наверное. Не, я со светом. У меня ПНВ даже нету с собой, нихера нету. У меня только, не тут знаю, просто... УЗИшка какая-то, три магазина и все, блин. На черном хэтчбеке, если чувак тебе требования будет кидать, там гопник какой-то. Это смотри, он что-то бегает справа, надо заглянуть. Может, не вопрос. Откуда свет? Какой? А тут хэтчбэк стоит как раз его, блин, ну этого миротворца. Подожди, он о чем ты делал? Ну я не знаю, давай посмотрим. А может,
Для взяли? Да нет, вроде может... целая тачка. Проверь, открыта она или нет. Только не садись. Не закрыта. Значит, он закрыл ее, блин. Куда-то побежал. Может, он позицию занял, но свет бы хотя бы выключил тогда, ладно. Чё, скорее всего, он вышел, а его там плен уже взяли. Ладно, поехали дальше. Ты точно со мной поедешь? Чё? У тебя ПНВ, да? Да. Едь тогда без фар за мной. Меньше внимания будем привлекать. После заправки уже начинается эта зона, где всякие засады могут быть. Походу боя не было. Так, тихо. Пыль вижу. Ну, пока тихо. Подожди. Пыль слева какая-то. Что-то по бездорожью. А, вертушка. Кого-то поднимает. Там кто-то в наручниках. Так, отъедь дальше. Там копы. Подожди. Блять, уезжайте отсюда, даю 3 секунды. Ага, повстанцы. Раз. Два. Дебилы, блядь. Чё он сказал? Уезжайте, он сказал, блядь. Нет, а дальше? Точка какая? Так, тихо-тихо, впереди что-то тоже происходит. Да блин, а то всех убили. Чё, много трупов? Вещички справа не интересуют, у тебя как раз ничего нет. Давай, заглянем. Заглянь. Надеюсь, хотя бы оружие будет. Не, ничего. Кто это? Это по нам? Блять. Да ну нахуй. Видос есть? Не успел, честно. Угу. Но успел сделать. Вот, успел, вот у меня есть. Спрашиваю. Отдел наручники. Подожди. Охренеть просто. Веб он бывший КГБшник. Товарищ Бутов, поднимайте свои вещи, и мы с вами отправляемся на дальнейшее лечение. Блять, прости, я не заметил, что вы поубрали. Чё, две кепки на квадрике едут? Чё за херня вообще? Не, ну одну кепку я вообще не видел, я только вижу, ты там едешь что-то. Не увидел, что у тебя было, что не было, просто начал туда. Так, а какая разница, что у меня было? Ну я думал, типа вот так, знаешь, так что воевали, мы тут просто кепки приезжали, летали, и набивали. Сейчас чемодан возьму.